Это ты всех мучил здесь. Твою мать. Друзья, всем привет. С вами канал Топи. И сегодня я нахожусь на заброшке, у которой очень плохая история. Здесь, по легенде, как нам сказал человек, который посоветовал нам посетить данное место, здесь жили семьи, которые поголовно погибали при загадочных обстоятельствах. Я сегодня пришел один, а Настя не смогла. Я очень давно не ходил по таким подобным местам в одиночку. Мне, если честно, не по себе. И сегодня будет первое видео, когда я обследую это место. И, скорее всего, мы обязательно сюда вернемся вдвоем. Друзья, я не буду затягивать. По легенде говорят, что здесь обитает некая сущность, или демон, или полтергейст. Сегодня я по максимуму попытаюсь исследовать это место, чтобы потом мы вернулись сюда вдвоем с Настей и провели уже другие эксперименты. Друзья, не буду затягивать, будем начинать. Поехали. Итак, друзья, я надеюсь, картинка нормальная. Камера у меня на голове, в руках микрофон с диктофоном. Все вроде бы пишет. Здесь была реконструкция. Но опять же по загадочным причинам. Можешь войти. Моя новая жертва. Офигеть. Тут была реконструкция также по загадочным причинам. Приостановили реконструкцию. Аккуратно сложено. Здесь рядом трасса. Ух ты, какая рама. Ух ты. Это подвал. Так, я туда спущусь обязательно. Мы там запишем сеанс ЭГФ. Ё-моё. Я, походу, тут не один. Кто здесь?
Вы слышали шаги, ребят? Кто здесь? Очень странно. Шаги чьи-то. Но ребят, тут никого нету. Здесь вообще невозможно ходить. Блин, я боюсь наступать тут на пол. Ребят, тут никого, а шаги? Что за шаги были? Кошмар. Я не понял. Так, сейчас, ребят. Сейчас я продолжу съемку. Мне надо посидеть тут в тишине, послушать, будет ли еще раз шаги. Не понял вообще, что это за фигня была. Итак, ребят, я тут побыл где-то минут 15-20. Я слышал какие-то непонятные звуки, какие-то удары, шорохи. Короче, я продолжил съемку. Надеюсь, что-нибудь запечатлится на камеру. А сейчас мне нужно будет записать сеанс ИБФ, ребят. Я оставлю камеру наверху и пойду в подвал, чтобы записать сеанс ИБФ. А я вот сейчас слеплю себе фонариком, вообще не по себе, я не вижу, что вокруг меня находится. Продолжаем, друзья. Мне еще тут часа два находиться. Надеюсь, что я сегодня уйду без происшествий. Но эти шаги меня очень сильно напрягли. Здесь явно что-то есть, ребят. С шокером чуть не ударило. Шокер сам по себе сработал.
Итак, ребята, я камеру оставил. Я хочу записать сеанс ЭГФ здесь, в подвале. Здесь более-менее тихо. Себе. Я так отвык уже один ходить по заброшкам. Вот многие пишут: а что ты побоялся, убежал? Ну попробуйте так же снять, ребят. Так, ладно, ставлю сюда на пенек. Нет. Давайте, знаете как, возле выхода стоять. Мало ли кто тут шляется. Итак, друзья, камера пишет. Камера пишет. Я включаю спиритбокс и диктофон, чтобы записать звук на всякий случай на диктофон. Я хочу связаться с духом или сущностью данного места. Ты можешь мне ответить? Говори, я услышал. Что здесь происходит?
или сущность этого места, ответь, почему здесь умирали люди? Это ты всех мучил здесь? Ты можешь рассказать о себе, кто ты и откуда? Этот дом забросили из-за тебя? Только держись. Мне опасно здесь находиться. Чьи шаги я здесь слышал? Вы часто просите о помощи. Вам нужно чем-то помочь? Мы сюда еще вернемся с Настей. Я благодарю всех, кто выходил со мной на связь. Я вас отпускаю. По-моему, я какие-то звуки слышал.
У меня такое чувство, что я сейчас слышал какие-то звуки, ребят. Все, друзья, иду забирать камеру и уходить отсюда. Все, хорош. У меня очень не по себе тут. Очень не по себе, ребят. Твою мать. Твою ж мать. Прям возле меня сейчас в этой комнате упала какая-то доска из этих. Все, забираю камеру и ухожу, ребят. Здесь реально что-то происходит. Здесь реально какая-то хрень творится. Все, сейчас заберу камеру и ухожу. Так, друзья. Не знаю, записалось то, что нибудь нет. Фу, в каком-то говне. Так, короче. У меня что-то тут очень не по себе, друзья. Меня все трясет. Камеру со штатива не буду снимать. Короче. Друзья, всем спасибо огромное за просмотр. Друзья, всем спасибо огромное за просмотр. Шорохи какие-то слышал. Друзья, всем спасибо огромное за просмотр. Мы сюда обязательно вернемся с Настей вдвоем. Оставайтесь с нами и ждите продолжения данного видеоролика. Всем пока. С вас лайк, подписка, комментарий. До новых встреч, друзья. И всем пока.